кому-то врать не надо? Что надо? О, а вот это... Полки в рейде. МГА давно не играл, да? Рубеус. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Ардас, я поклялся, что ты умрешь, а Плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Фора. Той силой, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже... Так ты вообще ретриков забыл взять. Скоро у меня будет другой рыцарь. Ребята. Два танка есть сейчас. Че вы стоите, негрите трэш? Очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Не забыть мне... Но вскоре он склонится перед своим королем. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить. Это тоже выходит. Чего? Хилите пока. Мне надо релогнуться. Тут я думаю, два хила захилите. Захилили. Так ты паучка здесь. Паучка и пила. Танки невнимательны, наверное. Кому? Просто если он один декат наличит, то конечно кого-то будет убивать. Надо паучка убить. Потом у тебя бог. Если масса не убить, то... Там два дока танчат. Я видел, что только на фифсе в робу. Кто второй дока взял? А, Скарда. Ну вот я как бы зашел за стеночку, спрятался, смотрю, вы все сдохли. Понятно. Скарда что-то побежала, остановилась. И стоит. Лек, заходи скорее, ты вниз не пускай. Ну вот тут упали все. Что роботы, которые-то понять не могу? Ну вы упали, потому что... Говори. Потому что что? Потому что вы роботы. Врываешься, разливаешь лужу, отворачиваешь этих от рейда. Врывается рога, накруливает на тебя. Все. Ноль проблем. Можно еще пока отворачиваешь, раздать там сало одному, второму. Ну это называется то, что ты говоришь, это использование глаза на 100%. Это виртуозная игра. Это
малодоступная такая штука. Очень сложная система, очень тяжело использовать свой класс на 100%. Это обычная тактика. Ну, класс на 100% за ДК, это ты пошел лужи кинул, одного грипнул, одному салу дал, третьему сбил, понял? И так только Джерри умеет играть, а остальные так не умеют. На сервере, на всем сервере только Джерри он так играет. Да нет, у нас человек 30, который умеет так делать. На всем сервере? Нет, у нас в гильдии. А что-то не, мне кажется, не человек 10. Багрил один трэш за БДК. Небо кинул лужу, быстренько зашел на второго паука, чтобы все четыре моба смотрели на меня. В этот момент я кидаю волшебный поток, притягиваю одного сорвавшегося моба и следующего моба таунчу, второго, если он сорвался. Плюс у меня есть два каста, которые можно сбить в каст слуге трона. То есть, если никто не будет рваться в первые 5 секунд, за БДК соло это трэш. Вот, как-то так. Просто танки у нас неопытные, вот поэтому на панели нету скиллов, которые ты называл. Ну, как там, заморозка разума, удушение, хватка смерти, темная власть, осквернение. Это очень много скиллов, мне кажется. В основном у людей на панельке только одна обилка, ПВПшка. ПВТ может потанчить, вообще зайти потанчить. Книжка про товар, про ДК танк на трэш, то еще то. Ну, про товар. Ну, сходь, заходи про товаром. А кто будет еще один там слот? ДК. ДК еще один будет? Или ты? Что? Еще один ДК будет? Ну, БДК плюс про товар. Не. А что? Слот вон, который в первой пати никого нет. Кто еще зайдет? Ну, это... для протопала. Протопал, ну, не отписывает. Поэтому я вместо него, если ты зайдешь на протовары, возьму РДД. Ну ладно, сейчас зайду тогда. Ну видишь, ты спас нас. Не пойдет он спать, идет. Виталику. Да, забыл, кстати, можно ретрика взять. Ну давай, а чего вы встали, блин, танки, чего вы не агрите? Они боятся, подожди, меня солод, блядь, я ну, за агре солод не трешь. Не боятся просто. Тупо. Ты посмотри на них, у них коленки дрожат, блядь. Есть, ты варка, ты хотел, чтобы я тебя танком взял, но ты почему-то не танчишь вообще. Что-то странно как-то. Ждал, пока второй БДК ворвется. Ну вот, да, тот БДК ждал, пока ты ворвешься, походу. Так вот мы стоим. Фу, а этот ретрик у тебя там 5.3, соки-то есть, чарки там. Какой там ГС. Хотя ладно, заходи, плевать. Какой там ГС уже главное, что. Так играть. Вот, ты, кстати, правильно сейчас сагрил, молодец. Все верно. Как всегда, умный, как всегда. Фу, заходи, я от него уже совой кидал. Шамагу Фрейди никто не дал кольцо льда. Нет у вас инстинкта самосохранения. То есть
Не просто зажать три клавиши, а дать кольцо, да, нефть без за половину. Застанет мобу. Даже простой стан на 5 секунд от палов. Нет, есть пал, молодец. Обезвредил две. Псалма. Так, Салинас, ты в РК, да? Давай разберемся с твоим ролом, на кого ты ролишь. Носового. Напиши, что носового. У нас такие правила, что одна вещь до лича ролится, один токен и пушка с лича. То есть в идеале ты можешь унести теренас, токен, и там ботинки или колье, если сролишь. Если тебя это устраивает, оставайся в рейде. Поставь плюс, если понял условия. Отлично. Да, суманим остальных. Подскажите, на Элема без кольцо какое? С совета? Серебра. Серебра. Серебра, наверное, у меня есть. Походу. Ладно, паролем еще один раз. А мне можно будет на кого-то ИП начислить или нет? На кого? Не, ну просто я уже была... Я сейчас луком, но мне на него не нужно. Я уже была и престом, и паладином. А у тебя фуловый персонаж этот лук? Ну, вроде да. Маги, поставьте стол, пожалуйста. Так ты соедини Лока с каким-то персонажем своим, с магом, например, и накинь второй раз на мага и все. Соедини с Локом и все. Персонажи, у тебя сколько персонажей в гильдии? ШП Клота связано с Ругой и что там еще? Еще есть. У меня есть Рэд. Паладин. Еще Паладин. Есть маг. Еще есть. Кто еще есть? Вот лог и, ну, мелкий хант, совсем мелкий. Напомните мне, у кого есть локи и двойной ИП, там делали два спека? Наверное, нет. Нет, смысл, зачем? Ну, это, блядь, смысл. Какой там у него второй спек, там шмот одинаковый. Ну, маг... Одеваешь и все. Да, маг и локи разные. Аркан и Файер — это два разных спека, и там разные вещи. Ехать, вещи. Тоже разные вещи. Шея хотя бы. Ну давай. А, все, шея, хорошо, согласен. Пароль, шею, скоростные. У меня есть шея, она в банке лежит. Не умею просто демоном играть. Хорошо, отлично, тогда если у тебя есть шея, можно двойное ИП сделать. Я могу сейчас потянуться, потом посмотрите. Хорошо. Я а там нет больше, какие там еще вещи на демона? Больше никаких, только колье. Не знаю. Давайте я сейчас протянусь и гляну, есть там точно шея. Да не надо. Давай, чекнем. А у нас типа про товары протокол, что ли? Про товар и фифс БДК. Че, ретри, знаешь, попали. В общем, да, если у тебя будут фотки... Эти, тогда просто объединить. Если не будет, просто потом выбежь по ходу дела, вот и все. Так, фласки. Эти фласки, ребята. На леди чек 0.5, отниму 500 ИП, кто без фласок. Фуллок. Да, пока фул.
Танк, может, только что добрали людей. Уже. Молодец, короче, написал. Хорошо. Три человека на замените, понял? Какая там шея должна быть? Амулет безгласного надгробного слова? Да. Есть. Да. Тут такая, да? Да. Есть. Так, Росса, да. Давай, надо... Значит, никого не буду привязывать. После рейда уже сделаем это все. Все. Хорошо. Ну я потом тогда тем зайду на ИП, окей? И подойти, ну, зайдешь, не покажешь там все шмотки, тогда вас пика. Ну, а, вот ты на этого сейчас посмотри, он фуловый. Ну, там еще цель или крест нужен. Лера готова. Ну, крест сейчас помогом было бы неплохо. А? А, да, я забыл, у нас один... молодец, ты что, раздавал каски? А есть рыба? Не, у меня нет на этом персонаже. Ретри, раздавай каски. Молодец, раздавай кресты еще по РДДшникам, по хилам. Чек на пул, последний уже, все, долго стоим. Все, пуляем. Давай, Фьюз, покажи. Же классно, бери агро. Пожалуйста, не стойте под лицом у босса. Стойте лучше в звездочке. Шипы поиграем. Блуд, стоишь в луже, ледяной мрак, молодец, Акма, Капирос, Ретри, Гусенька, Шипы, поиграем, Коль, Вихрь, Костей, стоим в центре, забыл поставить тотемы, кстати, прикольно, стойте возле звезды, убьем Шипы сейчас. Новые лужи появляются, отбегаем. Лужи прямо в звезду отбежали. Сакру давай. А, сакры ж нет. Отбежали от ребра быстрее. Гимнат хил даем. Прикольно отбегает, ребята. Минус 8. Джесс, поднимай, Джелис, брать все в шипы. Шипы сыграли. Десертик хили, хорошо, это танка. А кто из вас демон был? Плюс я, поставьте. Я демон. Да, можно не прессать. Видишь, как бы сакры плохо. Давайте, добейте шип на ДЦ. Держи тотем, на ману поставил тебе. Ну давайте, до вихря костей, 5 секунд, на, хил, на двух хилах шипы. Не бейте босса, отбегите, лучше выживите. Да, горем пополам убили. Осколок молодцу. Да, лут хороший. Из трех ДК по второй пати, а ДК только у Акма. У кого есть танки? Джиллин, есть танк? Так, я не помню, а пояс на Элема Сереске? Да, конечно.
Пиздбол, я давно не ходил на тебя. Этими шаманами в резке. Посмотрите на свои руки. Так, что у нас тут? Кенфлай. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее вы... Так, много людей падало, надо забафать опять всех. Два БР у нас в рейде всего-навсего плохо. Слева будут танчить два БДК, справа про товар. Первый на полную Джулию надаем на второй фазе. Контролим сначала миликов, псов, патриков, потом всех остальных. СС давайте развесим, лучше дисрапт на Салинаса, Льера на Джейлис, Ледяной мрак на... Я не знаю... На дисрапт. Не, давай на танк. Танк не упадает здесь. Никак. В каких условиях? Тут же болит. Ну, вот такое конечно. Конечно ж. Рот. Есть такого рыба вообще? Если дайте видите, стол, пожалуйста. Дайте стол. Давай, я тебе отдам. Я не думал, что здесь кому-то надо, но... Попытчи. Кушайте рыбу 10 секунд, потом будем начинать. Если я ложу шмотки, просто пишите. Если она, допустим, не трачу. Все готовы, РДД справа, милики слева, погнали. Без ДБМ отдели. Играем в трэш. Капли слейте, отмените защиту от темной магии, забыл сказать. Меняйте защиту от темной магии, пока у вас есть время на это. Капли сливайте паладины. Трусы надо законтролить. Трусы в контроль быстрее. Вихрь на трусы. Приоритет милики. Салинас подымая Кенфлая. Бафы по Кенфлай, каску, крест ему, пристабаф лапу. Играйте в трэш. Здесь будет три трэша. Очень медленно сливайте трэш и контролите плохо. Новый контроль скоро. Помогите справа добить трэш. Квадрат контролим. Квадрат не убейте. Это, кстати, маг. Пати почему-то. Стопайте по леди. Стоп по леди. Папироса, давай гимноману. Отрегеним ману пока. Иннера заливаем джейлис. Все играйте в трэш. Каску. Вот, Ретри, дай каску по магу. Начнется вторая фаза, мы опять будем играть в трэш. Никто в босса не играет, только трэш.
Ну как так, блин? Контролите людей. Танк в контроле на пол на Джулиана, на пол первая фаза. Вторая фаза, на пол на Джулиана, танк в контроле, фифс. Все, играйте в трэш, только следите за гро, там этот протовар танчит. Бежали от духов и контролим спокойно людей. Отбежали от духов, контроль сейчас пойдет. Спокойно, теперь напуливаем на фифсе. Ждем контроля. Так, законтрольте луну. Луну законтрольте, хил, не бейте и луну, и контролим квадрат. Так, все живы, идем дальше. Так, потихоньку начинаем играть в трэш, отбегаем от духов. Переключайтесь в трэш пока. Так, отбегаем от духов. Играем леди. Опа, эти духов. Контролим квадрат. Квадрат законтрольте про товар. Квадрат контролим. Вихрь. Хила не бить луну. Отбежали от духов возле леди. Двигайтесь. Диспельте, пингвин. Диспельте, смотрим. Играйте в трэш, отбежали от духов. Про что вы говорите? Какой диспел? Надежда. Ну, вы надежду нельзя сдиспелить. Под есть БР под Джелис или СС должен был быть. Я вообще в текстуру где-то, не надо. Напуливаем на фифсе теперь. Дал рост, играйте в леди. Прикольно вызывайте эти духа, ничего не скажешь. Ладно, добейте последний трэш, потом в леди. Бежали от духов. Контрольте квадрат. Сейчас меня луна убьет. Вот катка, да? Ваша смерть неизбежна. 6 духов, 5 духов, огонь. 6 духов взорвали. Нет, это пострадали от ОЕ. Отбежали от последней ступени. Ловим пополам. Или как, нормально убили лечили? С ДПС. Потрясающе убили. Той рейд целка. Потом можно еще и здесь целка себе. Лусенька, кинь трейд. Кольцо на элема какое, если рейпу нельзя брать. Может кто-то принимать виды? С кораблей. Ты можешь. Да я могу, но мне надо твинки. У него меткости не хватит, да ему надо совета брать. Да, тогда ему совета, да. Так,
А кого ты хочешь взять? Деньги. Я хочу набрать ребра, кольцо, лему. Ребра, да, он говорит, что он не может взять второе кольцо пепельное, а пепельное дает. Ну, подожди, там человек просит кого-то взять деньги. Кого ты хочешь взять? Это друг твой какой-то. Твинк мой. Ну поставь плюс в чем в чате. Инсайд, да? Да. Значит, будем ролить кольцо совета. Да, и скорее всего с ребра лему. Ему там хосты и нафиг не надо. Я уже объяснил, он не может взять второе будет. Кольцо пепельное. Ему надо брать с ребра и совета. Для меткости, чтобы... Ну так-то без пепельного, да, ребро и совет. Я запустил все эти в пушки. Так, еще надо этот штаны с тухлого, да? И все вроде в целка больше ничего, и талисман. Садитесь, садитесь. Зачем тебе штаны? Плечи идут на цеп. Что это за приколы новые с этим? Раньше всегда носили эти штаны. Ладно. На них там хоста, тебе хоста не нужна от этих штанов. Уже все, я понял. Типа вафы помогу. Корабль Альянса! Все на палубу! Ты штаны не надо, блин. Сейчас вы ответите перед собой. Что надо с этого вещи взять. Фокус, и что, вы убили профа, кстати? Не знаю, я думаю, это... Ой, я случайно упал. Точная лема, осталось убить талисман, кольцо. 4, наверное, токена. Все их не будет брать. Будет фуловый лем. А, нет, наверное, надо еще наручи выбить. Какие-то там кожаные наручи. Вот тканевые есть, вот смотрю. То можно энка себе брать. Кто-то... Может, тканевая, но камень надо перебивать. Кто-то... Кота спекнется. Ксалинус, у тебя нету кота случайно? Ох. Нужно сову ролить. Второй спектр. Я уж идем в кот, давай. Просто начал сову собирать. Два мелька уже пролетали. Карлет, блин, Акма, чего не прилетаете, не бьете? Я в пушке сижу. Я наш трэш бью. Хорошо. Надо бить трэш, когда появляется маг. То трэш ничего не сделает плохого нам. А маг замедляет время нам. Я просто ракету не брал. Ну вот, с этого надо было начать. Две секунды дамага. Уже. У меня все зависло. Плохо. Антисептик, вкачай таланты. Перебей талант для шамана. Это надо. Не юзать на перебежках, когда кто-то просядет. Вырезки особенно. Ушейники, огонь! Шестая целка, да? Да. Слушай, я тебе отдавал
Тони, да? Да, 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 я ХП. Надо ГП забыл кинуть. Или нет? Вроде бы не кидал. Сколько, покажи штаны, сколько там ГП стоит, Линка, нет. Поднимайте, молодца. Молодец, ты уже собрал эти осколки, что ли? Нельзя тебе присвоить осколок. Попробуй взять осколок. Эй, коли я робив шейм, то така херня була. Я отміняв квест і знаново брав. Раніше так воно було. Сейчас, подожди. Запустили сурка? Там можно мануть бы. Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что... Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону! Там маг из Долорана, Симон. Давайте шкаф поставим. Чё он там забыл? Завис? Погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. Зачем это значит сердце Дранора? Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. А что так? Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Когда там 2 секунды будет инканить? 1 секунда. Видите, трэш. Это друид себя, старайся в первую очередь захилить. Еще подальше трэша подни. Новый трэш. Земля
Последний трек сейчас выйдет. На сову идет. Трэш забирайте. Достаточно легко заубили все. РДПС-то больше 315, тут средний ДПС нормального рейда. Ебать, шестой рейд 315. С канобом 270 убили все. Захороним тебя, как подобает, в награнде. Молодец, нельзя присвоить тебе этот, я не знаю чего, нельзя присвоить осколок. Рывок не стал, не да знаю почему нельзя. Да, босс сможет забрать, у меня так же было. Нет. Антисептик, тебе надо пояс? Покоритель. Первый обувь. Жест. Я начну. Указывайте ДПС в чат с аккаунта. Наконец-то гильду, пожалуйста. Так, смотрим. Джесс, тепл, нет. Ну, как всегда, уже улучшил, уже 17.5 дает. Мне сейчас что-то жесть классно все пропало. Ни разу такого еще не было. А ты кем будет? Магом. Каким? Как всегда. Спел. Спел тебе пристал. Паладины, сатера рэпа. Спел.
Вы заметили, мы как-то последние месяца 2-3, ну, если не считать анбафы, наличие, как-то все легко проносится на ссылка. Я не помню, когда мы последний раз сидели больше 2 часов 30 минут в ссылка. Вчера 3,5 часа сидели. С Канобом мы вот сидели. Ладно, пока все. Ну ладно. Их рейдах я вот не помню такого, ну там на еще час вайпнулись. Нет, 2,5 там не было. Когда? Вот сегодня был рейд, он был больше 2 часов, но не 2,5 явно. Ну да. Там... Поняли и посыл какой там, что мы сейчас вот налегке обычно рейды проносим. Нет таких приколов, как раньше, там час на лече. Из-за какой-то тупости. Я сегодня 270 тысяч был, поэтому долго шли. Потому что я набрал туда всяких кору. Ну, я набрал гильдию, я не брал его чат. Я набрал любых людей гильдию. Вот и все. Антисептики что? Хилить будут? Там нету тредки, да, это я не вижу фрейма. Антисептик, зачем ты не кидаешь трейд, когда вот тонечка? А что у нас, каждый сам за себя, что этот ленточку взяли? У нас же распределитель стоит. Троллишь? Нет, там стоит распределение, его выше редко, вот вся зеленка автоматически разовьется. Как будто парол, ты ее выиграл. Понятно. Давай идти. Или она выиграла, или ей отдать. Я уже прослакал что-то этот момент. Че, мы реролим? С ледяным мраком. Че, мой ролл не видно? Наверное, макрос неправильный. Вы ролл видите мой? Нет. Наверное, я просто... Да завис просто, походу. Вот я вылетел уже. Короче, я не видел, кто что ролил. Кто вылетел? 53 там было максимальное. Сейчас ты зайди к ней. Маги, поставьте стол. Там два человека, 53. О, выиграл. Ну, пускай второй человек тоже кинет. Ролл, я переролил с ледяным мраком. Ледяной мрак. Так, СТРР по бусинка слева от босса. Просто жест под воротами справа. Ледяной мрак, Ильера. Позади босса. I can fly cold blood. Ты у ворот. Антисептик поставишь тотем на силу природы. Как всегда, выпей фласку. Че, кончилось уже что ли? Блин, ты еще без фласки был, жесть. Глыба нет. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи.
Хантер, беги. Неправильно беги. Бежишь. Не врейд надо, а сразу налево, направо. Большой слизень через 5 секунд. Зачем ты глыбу прожимаешь? Липучка, вонючка! I can fly. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Пироса будет... Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Да она заебала. Нет, не в милизоне, все нормально. Нет, забирай в милизоне. В милизоне большие слизи. Кажется, скоро взрыв будет. Взрыв, отбежали к стене. Отбежали к стене. Желательно за спину босса. Ждем, пока все это пройдет, и сбегаемся обратно под босса. Глыба, прожми Cold Black. Game Not Heal, присты. Game Not Heal, много кто бьет, все маги на рейндж. А нет, не все маги. Короче, все подбоссы, кто стоял раньше, кроме одного мага. Cold Blood, кажется, или ПВНЗ. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи... Так. Включи. Дисплея. ГЦ вроде. Вы слишком придаете много значения. И вам так кажется, что они каждый раз падают. Не-не, это по-моему третьим на этом хп. Да не, они каждый КД падают минимум три раза. Ну так мы шесть раз ходим, а не три. Ну да, но представь, что на эти три раза уже полгода не выпадает, чтобы я был на роге. Тапки не забираю два раза уже. Я мог забрать. Ой, какой Пати молодец. Нельзя присвоить осколок молодцу. Странный баг. А если он удалит квесты, пропадут осколки или нет? Да у него в банке осколки лежат, блядь. Квест пораздавали. Может быть, чек. Ну, давай, Ред. Три. Отдам тебе, если не получится молодцу сейчас отдать. Дай буденка. Молодец, ты где? В банк побежал. Куда ты побежал? Молодец, ты где ты там? Все, вижу. Набираем дистанцию. Попробуй взять квест. Осколки ж не пропадут, если отменишь квест. Не знаю, не знаю. Четыре человека блюют неправильно. Нужно три блевать.
Ой, ты что-то сагрил босса. Интересно. Я не агрил ничего. А тебе босс был? Не, одну тычку получил просто. Это вмешательство одну тычку забирает. Блин, два хила блюет, третий под дебафом. Фивс, прожми что-то. Прожимай удар смерти. Захват рун. Сейчас посмотрю, как ты хилишься. Забери обратно. Блин, пока смотрел, попал под вязкую жидкость. Фивс, ты не используешь вообще, я не вижу, что ты использовал удар смерти, вот смотрим. Ой, вот сейчас только начал использовать, как я сказал. Давай, используй, вязай, отхиливайся. Уже 42. Мелизона, МДЖ, выходи на рейндж. Забирай босса, будет. Интересно. Салина, подымай БДК, фивса. Так, два хила блюют. Фивс, не забирай сейчас босса. Дайте баф по ПДК. Опять два ваша мана блюет. У нас остался один БР. СССР откдешились. Да. Дисрапт, Дан Джейлис, Вера, Салиносу и Ледяной Мрак на Джеста. Ботинки выпали, да? Да. Хорошо, что они не падают, когда я другим персонажем захожу. Так, 96, Салинос. О, лица. Так, ну осколок не выпал. Распределили, кто как проклятие кидает? Нет. Ну, давай ты на красного, Льера на зеленого. Косноязычие? Проклятие косноязычие на... Увеличивает каст, соответственно, больше времени для того, чтобы нам его убить до смены цели. Молодец, ты где? Нет, пояса не было. Понял. Осколки не пропали? Отлично. Да вот же стоит. Лег поднимать.
почему мобы просачиваются? Потому что они... Они под пол просачиваются. Ну, я, да, так работаю. Сука. Пошли вниз. Тупость какая-то, блядь. Админы какие-то. Ещё не... Зачем так ломать? Они, знаете, починили квест с пушками в Острогории, нет? Не знаю. На Салиносе можно. На Салиносе мы боб кинем. Вы сейчас боб тратите. И не останется на профа. Сейчас они выйдут. В смысле, не останется КД на боб сколько? 3 минуты? 5. Может быть. Ну, если не вкачивать там в протоветки, то 5. Зачем у вас боб, у вас есть протова? Ну, подойди к двери Редро, вон там, где стоят остальные типы. А все, вроде, бой спал, да? Так, хилы не сбегается в цель зеленого, хилит на расстоянии. Чек. Можно орлов 2 секунды? Давай. Чаржиться буду в тех, кого выберет красный. И спасать их. Забирать удар на себя и ДП соответственно. Дайте пока это не чашу всем. Обновите бафы по магу. Чек. Триста бафы. Так, у нас один дретрик с бопом. А, нет, два, все нормально. У кого КД на боп? Все, папироса готов. Да. Void Pistol. Хивс, агри. Стоп, они говорят, мост. 107, стопы. Я его вообще не надо бить. 84. Клять, мы вместе бежит. Олег вылетел. Рельте. Стойте в крестике желтым. Давайте сделаем под стол. Вас лизнюка в одной комнате может получиться что-то любопытное. Это ледяной мрак, это кто этот демон? Нет. Это выпуска лежит. Зеленого сбегайтесь так, чтобы отлетать в центр комнаты. И ждите потом там в центре ретаргета. Слышно, сейчас вылетел. Варкнулись. Нет. Ну, 4 лежат. Вот если вы из него будете, сука, стоять, вы сдохнете. Можете не сбегать с вами глубоко. Но у меня фреймы
Обагнулись, короче. У меня пати видно. Тут форик лежит, ретрик. Один маг. Так, Джесс, подымай форика, Салинас, подымай ретрика. Пока на этом все. Играйте все в красного сейчас. Я понял. Бейте взрывом разума. Блин, сейчас попробую эту пати убрать и похилить. О, все, убрал, отлично. Теперь есть шанс. Давайте красного больше дамаги. Сейчас будет колбы. Останьте все в Солидосе. Солида, сколько у тебя БРКД? Пацанки, не пельмени, подымешь после взрыва зеленого. О, на мне дебаф остался от зеленого. Давайте, играйте в зеленого. Бежали с цели зеленого. Не, блин, а, все. Играйте в зеленого все. Сбежались. Алло. Чего вы не сбегаетесь-то? Как всегда, передай чуму. Папироса гимн на хп. Сколько процентов у босса? 50. Хорошо. Давай еще гимн на ману спой. Ставлю тотем, передай чуму, ретрик. Баф ману по фурику и по ретрику. Красный вылез. Сколько процентов? 42. Угу. Надо будет стопать ждать зеленого. Играйте все в красного. Сколько сейчас процентов? 40. Все, не бейте, профа, не бить. Отбежали пельмени, не ловить пельмени. Становимся в звездочку, ждем зеленого. Не бейте профа сейчас. Пристабаф, лапу обновите. Не, не вижу бафа по ретрику. Отбежали в звездочку РДД. Пельмени. Сбежались опять. Вот так, в звездочку встали, чтобы вас откинуло к этому к столу. Давайте переходку делаем. Переводим босса быстрее. Трое лужи не допил. Молодец. Так, на ком зеленый дебаф? В звездочку встали. РДД бейте красного уже. Блинкуйся сразу. Все, играйте в зеленого. Сбегайте в звездочку, когда вас откинет зеленый. Слышите? Звезда в центре комнаты. Отбежали, не бить зеленого сейчас. Отбежали все. Отбежали. Отбежали в звездочку, отбежали. Сбежались в череп. Скоро смена цели. Красный меняет таргет. Милики отбежали. Боб по цели красному. Добили красного 2 ска. Отлично. Повезло немного, но... Все, осталось добить босса. Диван, Реги на диван есть, молодец. Плюс поставь, если есть. Вот, забери босса. Молодец, кидай на, кидай диван на БДК на всякий случай. Уже сразу не будем рисковать. Снимай диван. Нельзя присвоить. Да, нельзя присвоить, пишет. Давай, не знаю, попробуй, как всегда. Давай ты попробуй передать ему. В рейде Джарена, вот, который был недавно, ссылка, кинули, короче, диван по БДК, который танчил проф, и он пошел, меня сначала завалил, я был мершами первого.
Потом еще там человек 10. Я вообще не вижу осколка. Молодец, а ты видишь осколок? Давай я тебе добычу передам. Ну все, пиздец, твоему шему. А что, у него шема нет, что ли? А он квест отменял? Вот Ретри я передал осколок. А тебе не могу. Ну пускай Ретри забирает. Короче, сейчас на лане дам, ой, на совете дам ему РЛС распределить лоута, может так попробую. Квесты там не передаются. Так. Идем дальше. Отец, молодец, ты в РК еще? Спал. Есть лоб? Ну, отец, молодец, раньше писал, просто я ему потекину. И 30 уже писал. А 30 ты здесь еще? Если ты уходишь, че, никто контролить не умеет? Я пока не могу использовать способность. Не достаю. Да, я поменял уже. Чё, решили сагрить трэш? Без хилов? Ну вот, я не могу хилить цель, не в поле зрения. Магик, морозим трэш, нефт на бес. Молодец, наверное, антиэррор делает. Зачем ты портишься в Даларан, когда мы трэш будем? Стою.
слишком далеко. Есть рыба. Давайте шкаф ставим. Шкафчик. Полки. Кто-нибудь шкаф. Пивс, ты на ком будешь? На двоих? Без разницы. Давай на двоих. На двоих? Ну, Фивс на двоих, а протовар будет на теле, напуливать это драма на Фивсе тогда. Есть что-нибудь поесть? Да, поставьте рыбу, кто может. Не могу ставить здесь рыбу. 54 минуты мы уже в рейде. Кажется. Там СС откатило, можно обновить. Ну, обновляйте. Обновляйте по КД, я жду. Да. До лича, правда. Пушкайте рыбу, через 10 секунд будет пул. Я уже суммонил мага. Сверки, помогайте, плиз. Пиросы с Атерарепа, помогайте сферы бить. Рейндж сразу соблюдаем. Здесь балдец дебафает кресты там и все. Канту можно крест, наверное, дать. Глупые смертные. Канту крест, дай его. Нет, крест. Санлейн, непобедимые воины короля лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов! Аксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Воронару... Престабав, дайте. Прольется кровь. Сейчас будет... Вихрь, сакры не будет. Набираем дистанцию, отбежали. Фантастика. Такое ощущение, что урон только получил лок и шаман. Кинетик только подбивайте. Уже одну треть. Снесли, отбежали, вихрь. Отбежали. Здесь было бы классно природная стремительность от шамана, вкачанная. Два шамана дают природную стремительность, все, рейд практически на фул. ВП. Кель объявите. Кинфлай. Тут. Опять на мой вихрь, да. Собака.
Молодец, давай тебе лутера передам. Посмотрим. Лошком сфера, побегите чуть вперед. Буквально шаг. На нее. Я тебе копал. Носок, по-моему, на тебе. Что-то поломали здесь на сервере. Шарик не дамажит, как раньше. Вихрь тоже. Где-то там просто повезло нам так. Просто разбегаться стали. Такой цевейди. Раньше набрали. Шарик уже давно не дамажит. Вихрь. Разбежались, вихрь. Сейчас будет трупы. Почти. Но вижу умных людей, которые постояли, подождали, пока их захилят, и потом начали двигаться. Опять вихрь, набрали дистанцию. Нет, один таки умер, чел. Черт. Видишь осколок? А, ну тут и осколок. Ну, осколок. Осколок. Нет. Осколок не выпал. Так, хлам выпал зато. Ну, дальше. Кого передашь? Ретри, при чем здесь это? Вы квесты там просто так не бегаете, контролите мобов. Вот сейчас после этого будет два моба передать. Надо законтролить. Папиросы, там, Сатаралепа. Ну, вот надо еще это тело. Идите, контрольте кто-то. Я левого. Кто-то что-то законтрольте, и что-то мы сделаем потом. Ретри, там осколка нет, иди бей трэш. У нас здесь правда эти. А, ты видишь его? Я просто не вижу. Я думал, осколка там нет. А что ты не можешь забрать, не забрал, да? Написала, что ты не можешь себе присвоить его, да?